Морковный сок полезен всем людям, страдающим повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, склонностью к частым простудным заболеваниям, при сухой коже с гнойничками, ломкости волос и ногтей. Стакан морковного сока натощак улучшает цвет лица, укрепляет волосы и повышает остроту зрения. Почему морковный сок нужно пить каждый день? Первое. Морковь богата антиоксидантами. Морковный сок содержит много бета-каротина, предшественника витамина А, который придает ему оранжевый цвет. Мощные антиоксиданты являются источником здоровья, а также помогают бороться с инфекцией, снижают воспаление в организме. Морковный сок защищает мозг от болезни Альцгеймера. Второе. Морковный сок снижает риск рака. Известно, что бета-каротин снижает риск рака яичников и рака молочной железы у женщин. Морковный сок также полезен для профилактики многих других видов рака. Третье. Морковный сок снижает риск заболеваний сердца. Антиоксиданты творят чудеса в нашем организме. Бета-каротин защищает от всех сердечно-сосудистых заболеваний. Он снижает окислительный стресс и способствует свободному току крови по сосудам. Регулярное употребление морковного сока снижает высокий уровень холестерина в крови. Четвертое. Морковный сок полезен для зрения. Высокое содержание бета-каротина, зеаксантина и лютеина в морковном соке – это лучшее лечение для глаз. Если вы будете пить по утрам морковный сок, то снизите риск катаракты и многих других заболеваний глаз. Пятое. Морковный сок полезен для полости рта. Бета-каротин укрепляет иммунитет. Сильная иммунная система помогает избавиться от бактерий во рту. Пейте чаще морковный сок. Это прекрасная защита от кариеса. При воспалительных заболеваниях полости рта делают полоскание свежим морковным соком. Шестое. Морковный сок полезен для кожи. Высокое содержание антиоксидантов ускоряет заживление ран, избавляет от прыщей. При кожных язвах, высыпаниях, лишаях, гнойничках его можно использовать наружно. Если вы будете пить морковный сок по утрам, ваша кожа будет очень красивой. Уокер, специалист по соколечению, для 154 болезней рекомендовал 87 рецептов. В состав 77 рецептов входил морковный сок. Свежий морковный сок натощак или тертую морковь с маслом применяют при глистах. Морковный сок с медом пьют при простудных заболеваниях, кашле, при катаре верхних дыхательных путей, пневмонии, одышке, удушье, начальной стадии туберкулеза легких. При молочнице у детей пораженные места смазывают морковным соком. Сок полезен беременным женщинам как укрепляющее средство, улучшающее обменные процессы. Морковный сок рекомендуют употреблять по 200-300 мл натощак за 30 минут до еды для улучшения общего состояния организма. Он повышает аппетит, улучшает пищеварение, укрепляет структуру зубов, повышает сопротивляемость к инфекциям. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. Активно подписывайтесь на канал «Домашний лекарь».